Бог воссоединяет семьи. Бог воссоединяет сердца отцов с сердцами детей. Вы должны быть эмоциональными. Вы должны показывать Божью любовь. Вы должны кричать, орать, плакать, вздымать руки к небесам. Он ваш отец. Он любит вас. Он умер за вас. Иисус пришел на землю, чтобы научить нас великому и показать, что такое сверхъестественное с помощью чудес и знамений. Бог не меняется. Бог сверхъестественен. Апостол Гильермо Мальдонадо был призван принести сверхъестественное этому поколению. Уже 25 лет он проповедует верующим по всему миру и помогает им активировать свои способности и делать то же самое, что и он. Приготовьтесь к чудесам прямо сегодня и позвольте Божьей любви показать Божью силу здесь и сейчас. Вы сможете почувствовать это сами прямо сегодня. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, поскольку у нас есть доступ к сверхъестественному. Итак, давайте разберемся, чему я вас учу. Я хочу, чтобы еще одно поколение увидело, как папа обнимает маму. Я хочу, чтобы еще одно поколение увидело, как папа обнимает других людей, как он любит других людей, как он выражает свои эмоции. Слезы — это один из способов общаться с Богом. Это значит, что мы посвятили себя Богу. Это способ сказать: «Боже, я отдаю всего себя тебе». Когда вы плачете, вы выражаете свои эмоции. Молодые люди, вы должны сказать себе: «Мне все равно, что говорят другие». Если я кричу, болея за любимую баскетбольную команду, почему бы мне не покричать «Славя Господа!» «Я люблю тебя!» «Бог воссоединяет семьи!» «Бог воссоединяет сердца отцов с сердцами детей!» Вы должны кричать, орать, плакать, вздымать руки к небесам. Он ваш отец, и он любит вас. Он спасет вас. Потому что любовь преодолеет любые препятствия. Да, поэтому, мужи и отцы, обращаюсь к вам, обнимайте своих детей. Любите своих детей. Заботьтесь о своих детях. Говорите им: «Ты мой чемпион, у тебя замечательное будущее. Ты будешь лучшим в университете. Ты будешь лучшим врачом». Мужчины, будьте настоящими отцами. Не стесняйтесь слез. Когда ваши дети увидят, как вы плачете, озаренные Божьим присутствием, они тоже примут его. Но мне продолжают говорить: «Пастор, но в моем доме никогда не было такой любви. Мне будет трудно это сделать». Это не оправдание. Не надо говорить. Я не говорю своей жене, что я ее люблю, потому что она и так это знает. Не надо. Многие мужчины говорят: «Но я и так хорошо обеспечиваю всем нужным свою семью, защищаю их». Вы должны обеспечивать свою семью еще и эмоциями. Вы должны быть источником эмоций для своей семьи. Когда ваши дети будут не в духе, пускай они смогут услышать своего отца. Но мы часто слабы в этой сфере. Большинство женщин жалуются на то, что их мужья не показывают свою привязанность, потому что у нас ее никогда и не было. Мы считаем, что это наше оправдание, но это не так. Иногда это происходит, потому что мы не видели, как наш папа показывает свою любовь к нашей маме. Но вы не должны продолжать этот порочный круг. Вы должны разорвать его. Но почему, пастор? Почему мужчины такие холодные в своих чувствах? Во-первых, потому что мужи просто не видят этого. Во-вторых, они никогда не получали любовь. И в-третьих, они ожесточены своими сердцами. А вот в-четвертых, они думают, что мачо так не поступают. Поэтому они не хотят показывать, как они любят свои семьи. Бог любит то, что Он породил. Он говорит нам: «Я люблю вас безусловной любовью. Вы мои сыны, вы мои дочери, я никогда вас не оставлю». Ваши мужья
отцы, сыновья и другие люди могут оставить вас, но Бог сказал, а я вас никогда не оставлю. Я буду с вами каждый день, потому что я породил вас, а те, кого я породил, не должны быть сиротами. Я рождаю сыновей и дочерей. Но что это нам дает? Это дает нам уверенность. Так вы понимаете, кто вы такие. Итак, во-первых, Отец дает нам понять, кто мы такие. Во-вторых, Он любит то, что Он породил. Это второе. В-третьих, Отец дисциплинирует своих детей. Слово «Авва» значит «Отец». Скажите «Авва». Скажите Господу, я люблю тебя, папа. Я говорю так, когда молюсь. Например, когда сижу в машине, я говорю, я люблю тебя, отец. Потому что я знаю, что мне нужно показывать свою любовь ему. Но как? Служа ему, любя то, что любит он. Вы говорите, я люблю Иисуса, но вы никогда не видели Божьих деяний. Вы никогда не вникали в то, что делает Бог. Знаете, вы не показываете ему свою любовь, потому что вы не делаете того, что он сказал вам делать. Слово «патер» — это слово, заключающее в себе уважение, то есть страх перед Господом. Давайте-ка откроем послание к евреям, 12 главу. Иначе говоря, это и есть ваши функции, отцы, естественные, духовные. Именно это и должны делать отцы. «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай». Что значит «пренебрегать»? Не относись слишком легкомысленно. Человек, к которому он обращается, не знает, что он делает. Он просто человек, он совсем юн. Почему мы не должны этим пренебрегать? «Не пренебрегай наказание Господня и не унывай». Когда я обращаюсь к кому-то, чтобы поправить его, и этот человек выслушивает то, что я ему говорю, он как бы становится сыном, о котором говорится в этих словах. Если ему не нравится то, что я говорю ему «не унывай». Он не понимает, что значат эти слова, не понимает, почему он не прав. Я ему говорю «не унывай и не пренебрегай моими словами». Но почему так нужно поступать? Потому что, хоть я и не очень стар по годам, я провел 25 лет служа Господу, и у меня есть хоть немного понимания и мудрости. У меня нет седых волос, к сожалению, ведь зрелость и мудрость никак не связаны с возрастом вообще-то. Они приходят к вам в зависимости от того, с кем вы поддерживаете отношения. Сверхъестественная сила Божия существует на самом деле. Ее свидетельством являются любовь и дела. Она продолжает изменять жизни бесчисленного множества людей по всему свету, принося им перемены, избавление, исцеление и всевозможные чудеса. Поверьте прямо сегодня, что и в вашей жизни могут начать происходить чудеса. Я никогда никому не был верен. Во всех своих отношениях с женщинами я никогда не был им верен. Это разрушило мой первый брак. Я смотрел порнофильмы и заказывал проституток. Я принимал наркотики. Я полностью разрушил свои отношения с женой. Я видел, что в моей жизни царит разрушение. И тогда я решил завязать новые отношения. Я не знал, что мне делать в них. Я боялся быть мужчиной. Я вредил нашей семье, потому что мы не знали, что нам делать. Я не знал, как нам сочетать наши роли и функции в семье. Это вредило нашим отношениям. Моя жена пыталась взять все в нашем доме под свой контроль. Я боялся быть мужчиной. Я был в отчаянии. Я не хотел разрушить все эти отношения. А потом я услышал проповедь апостола Гильермо Мальдонадо об отцовстве. Я рос вдали от церкви, поэтому никогда не слышал о том, что такое отцовство. Я не знал, что есть Бог, который меня любит как сына. Я знал, что Бог есть вообще, но у меня никогда не было с Ним связи. В тот момент, когда я ощутил Бога в своем сердце, Бог дал мне понять, что такое отцовство. Тогда я понял, что могу быть отцом, что у меня есть отец, который меня по-настоящему любит. Я могу подарить такую же любовь своей семье и своим детям. Раньше я был не так близок со своими детьми. Раньше я
практически с ними и не общался. Теперь же я стал примером для своих детей. Мы все молимся за них. Каждый день мы собираемся вместе за одним большим круглым столом. Это чудесно. Раньше я ненавидела слово «подчинение». Я считала, что если ты подчиняешься мужчине, то ты слабее его. Но это неправда. Когда ты подчиняешься ему как жена, как помощница, ты под защитой, тебе ничто не угрожает. Ты начинаешь видеть, что в твою жизнь вошло благословение. Вы увидите, как от этого изменятся ваши дети. Когда я протестовала и шла против воли своего мужа, я видела, как это влияло на моих детей. Я не могла понять, почему так происходит. Когда я обратилась к Господу, я поняла, что это происходит из-за меня, из-за моей чрезмерной своевольности. Когда Бог начал помогать мне, Он вернул мне мою роль. Я решила подчиниться воле своего мужа, и тогда я ощутила защищенность. Я поняла, что я в безопасности. В мою жизнь вошло благословение, а дети изменились в лучшую сторону. И все это произошло благодаря подчинению мужу. После того, как Бог помог мне и изменил мое сердце, после того, как все эти события произошли, я могу сказать, что Бог изменил полностью мою жизнь. Мы научились вместе принимать решения, мы научились работать в команде. Как-то я попросил свою дочь пойти со мной в церковь, попросил ее всего раз и сказал, если тебе там не понравится, я не буду настаивать на том, чтобы ты туда дальше ходила. А я и дом мой будем служить Господу. Книга Иисуса Навина. Помню, когда я была маленькой, мой отец никогда не дарил мне любви. Он никогда не пытался меня воспитывать так, как это обычно делают родители. Я помню, что когда я была маленькой, он воспитывал меня через гнев. Он был со мной очень резок. Он никогда не показывал мне свою любовь. Любая мелочь, которую я делала, выводила его из себя. Он воспитывал меня через гнев, и это мне совсем не нравилось. 7 лет тому назад я первый раз пришла в эту церковь. Меня привел сюда отец. Он сам стал ходить в эту церковь и рассказал мне обо всех переменах, которые произошли в моей жизни благодаря этому. Он рассказал мне о сверхъестественном Боге, о котором я ничего не знала. В день, когда я пришла в церковь, произошло чудо исцеления. В тот день я впервые увидела чудо. В тот день я пришла в церковь и увидела там чудо, и это полностью изменило мою жизнь. И я видела, как слепые прозревают. Я увидела, как глухие начинают слышать. И Иисус коснулся и меня. Когда в церкви стали взывать к потерянным душам, я впервые в жизни встретилась с Иисусом. Я ощутила Божье присутствие, как никогда прежде. С того дня Бог полностью изменил мою жизнь. Он спас меня от греха, Он спас меня от отрицания, от непрощения моего отца за то, что Он не дарил мне той любви, в которой я так нуждалась. Сейчас я полностью изменилась. Я переродилась, теперь я одна из лидеров Дома спокойствия. Каждую неделю в моем Доме спокойствия происходят чудеса. Люди рождаются вновь и получают спасение. Теперь, когда мой отец меня воспитывает, Бог полностью изменил его сердце, его мысли и весь его образ поведения. Так вот, теперь он делает все это с любовью. И я чувствую любовь, когда он меня воспитывает. Я понимаю, что он хочет, чтобы я что-то изменила в своей жизни. И я знаю, что он воспитывает меня, потому что он меня любит. Позвольте Божьей любви помочь вашим отношениям. Уже сегодня. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Как вы воспитываете своих детей? Пока они усвоят нужный урок, держите их в ежовых рукавицах. Я сам вижу, как мои духовные дети снова и снова совершают одну и ту же ошибку и не учатся на этом. И поэтому я держу их в ежовых рукавицах. Что это значит, а? Это значит, что я воспитываю их, пока они не усвоят урока. Некоторые из моих сыновей и дочерей говорят мне, «Папа, пожалуйста». Ну, сейчас я говорю о своих родных детях и о духовных также. Они говорят, «Пап, пожалуйста, если ты увидишь, что я что-то делаю не так, то исправь меня. Я очень хочу, чтобы ты это сделал». Это слова мудрого человека. Почему? Почему? Что это за исправления такие? И как отец может исправить ваше сердце? Что это может вам
Мдац. Бог может использовать любые способы. Иногда Бог посылает осла, чтобы исправить пророка. Мне говорят, кто ты такой, чтобы говорить, что я не прав? Но послушайте, Бог ведь использовал осла. Если он использовал осла, почему бы ему не использовать вас и меня? Зачем нужно исправлять и воспитывать, а? Воспитание служит вообще-то многим целям. Во-первых, это защита. Исправление приносит с собой защиту. Вы понимаете, о чем я говорю? Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Вам не получить мудрости, если вы так сделаете. Но почему? Из-за защиты. Женщина и мать, говорящая своей дочери, что так делать нехорошо, защищает ее. Во-вторых, это совершенство. А что такое совершенство? Это зрелость. Как же вам стать взрослыми, если вы не слушаете мудрые слова? Как же вам стать настоящими верующими, если вы отрицаете всех ваших наставников, отрицаете все службы и при этом хотите исправиться? В-третьих, воспитание нашего Отца приносит нам направление. Оно приносит нам направление. А что же это означает? А это значит, что вам дается направление. И в-четвертых, что такое наказание Господне? Что дает нам воспитание Отца? Оно учит нас страху перед Богом. Если вас некому исправить, у вас никогда не будет страха перед Богом. Но зачем мне страх перед Богом? Боже мой! Страх перед Богом — это уважение к Нему. Знаете, зачем вам страх перед Богом? Он вам нужен, потому что страх перед Богом вытесняет из вашей жизни зло. Когда у вас есть страх перед Богом, вы говорите: «О, нет-нет, ничего не хочу иметь общего с этим злом. Я буду слушаться моих родителей. Я не хочу бунтовать. Буду творить волю Бога». Но почему вы это делаете? Благодаря страху перед Богом, который находится в вас. Но как он у вас появляется? Он появляется благодаря тому, что ваш Отец учит вас дисциплине. А зачем еще нам нужно наказание Господне, чтобы создавать, развивать и закреплять свой характер? У очень многих детей, духовных детей, нет никакого понятия о том, зачем их воспитывают и наказывают. Они говорят: «Эти люди меня попросту не любят». Но это Бог посылает этих людей, чтобы они помогли вам, чтобы они воспитали вас. А еще, когда мы знаем, что такое дисциплина, мы получаем величайшую награду. Мы понимаем, что так нас подготавливают для того, чтобы мы исполнили свое предназначение. Направить наших детей к их Божьему предназначению — это очень сложно, если они не воспитаны должным образом. И самим детям очень трудно идти по направлению к истине, когда дома нет папы, который мог бы их направить и воспитать должным образом. А что вы имеете в виду, пастор? А я имею в виду следующее. Многие отцы просто не знают, что значит быть отцами, потому что их никто не учил нужным для этого ролям и функциям. А нужно просто, чтобы отец подошел к своему сыну и сказал: «Я в тебя верю». Вот и все. Вот и все. Сыновья всегда хотят того, чтобы отцы их одобряли. Они всегда этого хотят. Они считают, что хотят услышать великое пророчество от величайшего пророка на земле. Но в действительности они говорят: «Я хочу, чтобы мой папа мне об этом рассказал». Итак, отец формирует наш характер и помогает нам взрослеть. Это моя задача, потому что я духовный отец. Я должен помочь вам повзрослеть, но у меня ничего не получится, если вы мне этого не позволите. Вы наверняка спросите меня: «Ну как же так, пастор?» Да вот так, потому что вы не слушаете с меня. А сыновья всегда должны слушаться своего отца. Вот в этом-то весь и секрет.
Отец понимает призвание и цели, которым должны служить его дети. У меня есть особый глаз, которым я вижу цели и призвание моих детей. Ну и последнее, это очень важная истина. Отец оставляет после себя наследие. Отцы, какое наследие вы можете оставить своим детям? Что вы собираетесь оставить своим детям, а? Вот почему вы должны быть праведниками. Я не хочу, чтобы мои дети тоже попали в круг проклятий. Я не хочу, чтобы мои дети повторили мой развод. Я не хочу, чтобы вы, мои дети, повторяли мои ошибки. У меня есть духовное наследие, и я знаю, как все это происходит. Когда я пойму его призвание, я поделюсь с ним этим откровением. Я поделюсь им, с ним, и открою перед ним это наследие. Я могу умереть завтра, и тогда он продолжит мое дело. Он сделает это. И тогда он скажет: «Мой папа понял и поделился со мной тем, для чего я был создан». Если вы знаете свое предназначение, Бог дарует вам все, что вам нужно для того, чтобы вы могли его осуществить. Вещи, здоровье, деньги, благополучие — все, что вам нужно. Если он узнает свое предназначение, его дети продолжат его предназначение. Я ваш духовный отец, но вы до сих пор сомневаетесь по поводу того, что же самое великое в мире. А это Бог. Когда кто-то помогает вам понять, кто вы такие, вы понимаете, что у вас есть наследие, деньги, слава, престиж, состояние, имя, статус — это ваш храм. Это ваш храм, ваше призвание и предназначение, и наследие — они вечные. Функции и роли отцов. Что значит быть отцом? Какие замыслы были у Бога в самом начале, когда Он создал человека? В нашей церкви я видел, как восстанавливались браки и менялись жизни. Ваша жизнь тоже может измениться, если вы закажете наш DVD. Да благословит вас Господь, и оставайтесь с нами. Иисус Христос — это ответ. В Библии сказано, что когда Он пришел на землю, то сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Друзья мои, если вы смотрите нас сейчас, даже если вы случайно включили этот канал, Бог хочет обратиться к вам. Вы знаете, что сказано в Священном Писании? В Библии сказано, что все мы грешники. Мы грешим против Бога. Любой грех ведет нас к смерти, но Бог дарует нам вечную жизнь. Если вы смотрите нас сейчас, если в вашем браке или семье наступил кризис, если у вас депрессия, если вам одиноко, вам грустно, вы наполнены страхом или хотите сказать мне: «Пастор, мне нужна помощь», то я скажу вам, что ответ — это Иисус. Молитесь со мной и повторяйте простые слова: «Отец наш Небесный, я признаю, что я грешник. Я раскаиваюсь во всех моих грехах. Я своими устами провозглашаю, что Иисус Христос — мой Господь и Спаситель. Я верю всем своим сердцем, что Бог Отец воскресил Иисуса из мертвых. Спасибо Тебе, Господи. Аминь». Если вы сейчас помолились вместе со мной, то возьмите, пожалуйста, телефон и расскажите нам, как Иисус вошел в вашу жизнь.
А сейчас, пока у нас есть еще немного времени, хочу поблагодарить вас за то, что вы помогаете мне нести благую весть и сверхъестественную силу людям, чтобы исцелять их и приносить им избавление и спасение. Сегодня я хочу предложить вам книгу под названием «Как слышать голос Бога». В Священном Писании сказано, что, будучи верующими, мы узнаем голос Бога. Я хочу рассказать вам, какие способы и методы использует Бог, когда Он обращается к нам. Об этом вы можете прочитать в книге «Как слышать голос Бога». Спасибо, что сотрудничаете с нами. Спасибо вам, что посмотрели нашу программу. Если вы хотите подробнее узнать о том, как сделать так, чтобы и в вашей жизни происходили сверхъестественные вещи, свяжитесь с нами сейчас. Посмотрите и нашу следующую программу, где вы узнаете еще больше о сверхъестественном.